Да. Моя ты умничка, хозяюшка. Хочу, я никогда тебя не встречаю с хлебом с солью. Жду, пока ты мне приготовишь. Вот два ребенка, да? В общем, я отправляюсь к сыну. Хочу поздравить его с 23 февраля. Приветик. А, Дражулькина. Бабушка пришла, обновочки принесла. Всем доброе утро, мои хорошие девочки. Начинаю новый влог. Я сейчас уже оделась, собралась ехать к дочке. Кофе попила, овсяночку свою съела, все нормально. Одела такой костюмчик. Я купила новый шарфик еще, показывала вам в предыдущем видео. И, в общем, сейчас собираюсь вот такой вот образ. По цвету должен гармонировать. На улице у нас сейчас минус 2 градуса, но сегодня днем до плюс 3 должно быть. В общем, так уже дело к весне движется, и февраль подходит к концу. Кстати, это видео выйдет у меня, скорее всего, где-то возле 23 февраля, возможно, 24 февраля. Но в любом случае, пусть даже запоздала, я хочу поздравить с праздником всех мужчин, которые меня смотрят. С Днем Защитников Отечества. Вот, я не забыла, я помню. Сына своего тоже поздравляю, но, к сожалению, подарок запаздывает. Подарок идет в посылке, он уже в пути. И, в общем, все подарочки скоро будут у меня. И к 23 февраля, и к 8 марта я уже подарочек невестке подготовила. В общем, короче говоря, подарочки будут позже. Немножко посылочки задерживаются. Вот, ну все, в общем, не буду много разглагольствовать, собираюсь и иду. Мне нужно еще зайти в магазин, в Пятерочку, там хлебушка купить, посмотреть, может быть, еще что-нибудь. Ну, в общем, беру вас с собой, не знаю, если там будет что интересное снять, обязательно сниму. Ну, а если я сниму что-то очень мало, ну, как получится. В общем, отправляемся к дочке. Девочки, вышла на улицу, а на улице благодать. Вообще классно, я не знаю. Температура, ну, может быть, около нуля, но тепло, ветра нету, солнышко светит. Классно. Сейчас приедет тачка и поедем. Сходила в Пятерочку, взяла хлеб там, ребенку вкусняшки всякие. В общем, короче, иду. Кто пришел? Бабушка пришла. Заходите. Заходите. Куда мне? Туда заходить? В ванную? Так, что бабушка там тебе вкусности какие-то принесла? А вы бабушки какие вкусности приготовили? О, да вы что? Готовит тут у тебя с утра до вечера. Да ты умница, я смотрела твой влог. Да. Слушай, я вот в новом немножко образе хочу посмотреть. Бабушка. Я одела костюм вот этот, который по цвету подходит. Он и к сапогам, и к этому. Вот видишь, я как раз заказываю. А в шарфик я взяла в фикс прайсе, да, такой вот, смотри, по цвету подходит как раз вот ко всему. Вау! Этому, ко всему этому образу. Ну, это лучше, чем был. Который. Да, да, но это я уже, видишь, следующий, а шапку? Следующий заказ заказала. Да. Ну, шапка пока, скоро без шапки будем ходить. Вот бабушка! Этот вот костюм. Смотри, какая штучка тут у меня. Бабушка! Красиво. Бабушка! Что, мой зайчик, сейчас я разденусь и будем с тобой заниматься, общаться. Включай, сейчас давай. Сейчас покажет все, что у него новенькое появилось. Все. Доча решила маму накормить. Вкусняшкой такой. Курочка, картошечка, грибочки. Ой, какая молодец. Приготовила. Да. Моя ты умничка, хозяюшка. А я никогда тебя не встречаю с хлебом с солью. Жду, пока ты мне приготовишь. Ну. А сейчас вот заценишь, кстати. Да, да. Ну все, давай, давай. Дыня, не рви, порвешь. Так, ну это дыня с Милой балуется уже. Балуется. Балуется. Ты где? Ну, не знаю. Вот так у нас вот день подошел к концу. Вот, Женя с Милой поиграет, еще что-то. Сейчас уже вечер. И уже скоро будем укладываться спать.
Вот два ребенка, да? Хоть друг с другом поиграют. Девочки, решила я попробовать вот у дочки вот этот чай. Добрый вечер. Я его хотела купить в фикс-прайсе, но он мне не попался. Не было его в наличии. Сейчас я заварю и попробую его. Девочки, а чай правда хорошенький. Я туда лимон еще и мед добавила. Уже отпила немножко. Вкусный, мне понравился. Всем доброе утро, девочки мои. Я проснулась. Посмотрим, что у нас там на улице сейчас творится. У нас вчера был небольшой плюс. И дождик вчера был. А сегодня у нас что? Гололед. Заморозилось все. Капельки даже заморозились на антенне. Припорошило чуть-чуть. Ну вот сегодня у нас днем, утром 0, а вечером будет уже до минус 16. Вот такая погода. Циклоны вот эти всякие. И пасмурно. Небо серое затянуто. Ну ладно. Ой, свежий воздух. Хорошо, как пусть проветрится. А меня дожидается посылочка. Все еще не распаковала. Сегодня буду ее снимать. Еще раз всем доброго утречка. Я только проснулась. Но приехала от дочки я еще вчера. Вчера я устроила себе выходной день. Ничего не делала, ничего не снимала. Искупалась и все. И отдыхала. А сегодня у меня, девочки, съемочный день. Моя посылочка ждет. Мне уже не терпится ее скорее открыть и посмотреть, что я там заказала. Заказала я с нового интернет-магазина. Ну, магазин не новый, но я первый раз с него заказ делала. И мне уже интересно, что ж там заказала я. Я помню, что там были какие-то симпатичные вещички, некоторые прямо очень. Мне прям хочется уже скорее их одеть, померить, посмотреть. Угадала ли я свой размер, там как там с размером. Должно быть все нормально, потому что это из Иваново. Я думаю, у них там размеры стандартные, я так надеюсь. Вот, но сейчас вот я навожу красоту. Хочу красивое для вас снимать вот это все. Поэтому кофе я уже попила. Это я сейчас основу наношу. Тоналку вот эту вот нанесу сейчас. И все. В общем, у дочки я пробыла один день и домой ехала. А погода у нас меняется вообще не по дням, а по часам. То плюс, то минус. Колбасит погоду, да, девчата? Колбасит. Такого не было, чтобы такие резкие перепады температуры были у нас. Утром 0, вечером ночью минус 16 уже будет сегодня. Завтра будет мороз. А потом к концу недели пойдет опять на 0. 0 плюс-минус там 1-2 градуса. И все. Вот такие вот дела. Так что сегодня у меня съемочный день. Сегодня я собираюсь снять посылку. Примерку. Ну и смонтировать этот видео надо будет тоже сегодня. Там у меня, кстати, в этой посылке еще подарки, которые я брала к празднику. А праздник уже наступил. Кстати, сегодня 23 февраля. Как я думала, что у меня это видео выйдет 23 февраля. Но оно еще пока не выйдет. Когда выйдет, не знаю еще. Ну ладно. Какое выйдет даже вперед видео, я не знаю. Посылочка придет, выйдет вперед или это... Но если видео, ой, это выйдет вперед, заходите по ссылочку потом посмотреть. Ну а если посылочка выйдет раньше, а это видео выйдет позже, тогда все равно заходите по ссылочку эту посмотреть. Ну вот, последний штрих, и я готова. Готова к труду и обороне. Так. На голове сейчас немножко надо порядок навести. Хотя вроде бы так ничего. Ложимся. Будет все красиво. И цивильно, и прилично. Ну все, еще чашечку кофе. И вперед начнем снимать, девочки. Потом уже к вам вернусь после съемок. Девочки, а на улице как клево. Солнце вылезло. Прям вообще светит. Я даже сама себя сейчас и не вижу в камере. В общем, я отправляюсь к сыну. Хочу поздравить его с 23 февраля.
несу подарочки, обновочки. Как раз вовремя пришла посылочка. И прямо как раз день в день вручу. Обычно бывает, поздравляю я или заранее. А если не успевает подарочек прийти, бывает позже. Ну, в принципе, это не обязательно. Ой, красиво, как на улице благодать. Гололёда даже нет, на удивление. Сейчас все потает, а ночью будет заморозки. И до минус 17 я посмотрела. И все у нас схватится опять. Тут уже дверь открыта, уже бабушку встречают. Приветик! О, Брожулькина. Бабушка пришла, обновочки Пожи. Принесла. Ой, мама. Так. Эту песню знаешь. Ой, какой здоровый уже вырос. Кексик у нас. Кексик Лапочка. Такой пушистенький. Прям мешок пуха, да? Ты что, идешь, заходишь или что? Да. В общем, бабушка принесла вам подарки всем сразу. И на 8 марта, и на 23 февраля сразу одной посылкой все пришло. Ну, я сразу все и вручаю. Настюля, иди в спальню, померяй. Это сорочка тебе. Майк. Так, а это футболочка, да, одевай. Ну, ладно. А где у нас кексик? Ой, такой кексик, пушистый котенок, ласковый такой. Милка, она вот дикая, ее так не погладишь, убегает. А кекс просто пушистик. Подушечка у нас такая. Так, что там в пакетике еще лежит? Посмотри. Ой. Лоскуша. Хороший котенок. Вот, смотри, как красиво смотрится. Хорошо. Села на тебя как раз, да? Разные ткани. Да, я, кстати, потом уже разглядела. Вот здесь трикотаж, а здесь вот эта вставочка. Она идет как, ну, не знаю... Не знаю, вискоза или что это, или полиэстер, что-то такое. Ну, это как тянется, да, такое? Ну, у меня что-то было такое. Вот. Ну, мне кажется, такая современная расцветочка, и она такая неброская, ну, приятная, да? Я думаю, светлая у тебя, по-моему, еще я тебе не покупала, не брала. Покупаем. Да? Да? Ну, будет тебе еще в коллекции. Пусть все будут, куча будет у тебя футболок. Самая Nike зашла. Да, хорошо. Да, классно, классно. На бабушку. Это что это за нападение на бабушку? А? Что это такое? Покусывает мне ножки, ластится. Не поймешь, ты меня ластишь или подкусываешь? Новый это... человек пришел. Это такая любовь, что ли? Ё-моё. Так, Настюля, дай-ка посмотрим, как она выглядит, сорочка эта. Вот, ну, хорошенькая сорочка, в ней спать будет тебе удобно. Она такая славненькая, симпатичная. Ну, у тебя уже как косы выросли, волосы длинные. Красота! Ой, воображулька! Кексик так лежит симпатично, прям как на картине, да? Кексик, ты меня хоть помнишь, а? А то ты вырос и уже не помнишь меня. Ой, кусаешь, уже не помнишь ты меня, да? Да? Ну, он тогда кусался, когда маленький был. Что, у вас черепашки растут, выросли еще? Из аквариума еще не выросли? А, ну я не знаю. Уже большая с ладошку. Ну, она спряталась. Спряталась. Ну, ладно. Провидали черепашку, котенка, всех провидали. Теперь побежала домой я монтировать видео. Хочу фотку сделать. Вот так вроде подсветочка неплохая, да? Так, ну все, девочки. Решила я еще в магазинчик прогуляться. Не стала шапку надевать, тут рядом капюшон надела и все. Ну, ветра сильного нету. И славненько, и хорошо. Ой, классная погодка. Сейчас чуть-чуть пройдусь и пойду видео монтировать. Морозик крепчает, уже чувствуется так слегка. Девочки, у нас тут рядом шашлык делают. Я зашла, как раз попала на горяченький, только что свеженький, приготовленный. Вот, так что взяла шашлычка еще. Маска уже не нужна. Вот. В общем, прям сегодня день такой. Мне нравится. Шашлык есть, подарки подарила. Солнышко светит. Классно, здорово.
солнце прям глаза отсвечивает. Ой, классно. И ветра нету. Ну, он такой ветер дует чуть-чуть временами. Но вот здесь вот тихо за домом. Хорошо. Ой. Сразу настроение такое. Вот все-таки солнце, как оно влияет на нас, на наше настроение. Солнце светит, и настроение такое светлое какое-то, праздничное, хорошее, классно. Ну все, иду домой. Кстати, вовремя я зашла, взяла шашлычок, там два куска прям больших, хороших, горячие еще. И лавашек свеженький взяла. Вот сейчас самое время покушать. Возьму сейчас салатик еще, огурчики, помидорчики и поем. И потом начну монтировать видео. Вот такой чуть-чуть армянский у меня получается обед. Как здорово, когда некогда готовить, заскочила, готовый шашлык купила. И все, и наслаждаемся. Вот и закончился сегодняшний день, девочки. Я, правда, не планировала уже ничего сегодня снимать. Легла спать и не могу уснуть. Ну, поэтому села, вот сейчас пью кофе без кофеина, решила немножко с вами поболтать. День был длинный, и день был такой трудный, потому что я сегодня целый день снимала посылочку из магазина Richtex. Кстати говоря, очень классные вещи, мне так понравились. Если кто не смотрел, зайдите, посмотрите. Взяла такие классные брюки, вообще они на мне сели идеально. Вот 54 размер, но вот как будто по мне сшиты, прям вообще резинка не давит. Брючки прям такие вот сидят классно. И самое главное, что они хлопковые, но они немножко тянутся, там есть немножко такая нитка, которая тянется. И их можно носить и как классические брюки, и как спортивные, как домашние, как угодно. Вот хоть в спортзал можно в них даже ходить. И еще три блузочки, тунички такие. Но такие расцветочки вот хорошенькие. Они, кстати, все подходят к этим брюкам. И хорошие ткани. И мне вот все прям подошло, все легло прям на душу. Я довольна заказом вообще. Ну и подарочки там тоже я своим родным заказала. И самое главное, посылочка пришла вовремя. Я успела ее вовремя снять, смонтировать и еще отнести сыну, подарить футболочку. Я ему заказала к 23 февраля, но боялась, что не успеет. Ну вот успела как раз 23 февраля и подарила. Вот, так что... Я на этом сайте еще с удовольствием позаказывала бы еще какие-то вещички. Есть симпатичные вещички, такие хорошенькие, прямо расцветочки, все так классно. Вот, мне прям понравился заказик. С удовольствием еще раз закажу там что-нибудь себе. Сидела долго за монитором, потому что такие вообще видосы, они ну, долго у меня делаются. Лично я их долго делаю, потому что там вот эти вставки с примеркой нужно вставлять. И очень долго приходится сидеть за монитором. И у меня глаза к вечеру разболелись. Я уже думала, сейчас лягу спать, глазки закрою, и глазки будут отдыхать. Да не тут-то было. Я легла и лежала. И сначала телевизор смотрела, уже выключила, отвернулась, крутилась, вертилась. Ну, не могу уснуть, и все. А когда я не могу уснуть, я начинаю нервничать. И думаю, пойти что ли кофе попить. Но мне, слава богу, есть кофе без кофеина. Я пью сейчас кофе без кофеина. Хотя, если так еще дальше пойдет, мне такое бывает, когда потом начинаю пить кофе с кофеином, и потом, в конце концов, под утро засыпаю и сплю прекрасно. Вот. Но я сегодня вечером, кстати, выпила чай. Вот я уже замечала не раз, что я чай попью, и потом не могу уснуть. Хотя чай вроде не черный был, там разные там компоненты, с лимончиком, с медом захотелось чаю. Но вот позволила себе чай вечером попить, и вот на тебе. Может быть, из-за чая не могу уснуть. А еще бывает перемена погоды. У нас сегодня как раз-таки перемена погоды, очень сильная, такой спад температуры. Утром было -1, и вот сейчас уже -16, в общем, такое резкое похолодание вечером. И это тоже может повлиять на сон. В общем, стала я метеозависимая. Вот так. Ну, а завтра я хочу уже выпустить вот это видео, закончить этот влог, потому что я его, в принципе, начала давно, но как-то снимала по чуть-чуть. И оно-то не длинное, это видео получается. Но, тем не менее, насыщенное. То там всего по чуть-чуть вам наснимала.
Вот. Завтра я ничего не собираюсь делать такого. Готовить особого ничего не буду. Но если вдруг что-то придумаю, надумаю готовить, я тогда начну новый влог и буду вам снимать уже следующий влог, что я буду готовить. Но вряд ли, потому что завтра у меня другие планы. Я думаю, у меня не будет времени на готовку. Поэтому я сейчас ем то, что есть. В общем, что-то такое легкое, легкое приготовление, что-нибудь сделаю по-быстренькому и все. Но сегодня шашлычком себе побаловала. Шашлычок отличный, классный. Вот, девочки, поэтому вот я сейчас добралась до этого видео. Думаю, надо его уже заканчивать, завершать. И потом уже будем снимать что-нибудь другое. Не пишите мне, что у меня глаза там сейчас какие-то уставшие или что. Глаза болят просто на самом деле. Поэтому не обращайте внимания. Вот, ну все, мои хорошие, я это видео заканчиваю. Прощаюсь с вами. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.